течение всего дня праздничное настроение посетителям создавали музыкальные исполнители. Гости центра, расположившись на удобных креслах-мешках, попали на самый настоящий концерт. Живой вокал звучал по всему торговому центру. В настоящий момент у нас открылось 18 магазинов. Подписано 65 договоров, и в ближайший месяц они открываются. Прямо у входа в Можайский двор посетителям раздавали рекламные листовки для участия в эстафете подарков. Это своего рода квест. Необходимо пройти разные этапы, решить задания и собрать все подарки и скидки. Сделать это можно было в любом порядке. Главное – заполнить всю таблицу с названиями магазинов-участников. Эту увлекательную эстафету решила пройти и я. Какой рукой лучше размешивать чай и почему? Ложкой. Руку обожгу. Собрав все отметки в таблице, гости получали на третьем этаже оригинальный дружеский шарж, рисунок аквагримом и карамельные яблоки. Ну а на четвертом гарантированный подарок от Центра семейного комфорта «Можайский двор» и скидку от галереи «Света». Прямо сейчас в «Можайском дворе» я прошла со своей командой удивительный увлекательный квест в 6 павильонах. И сейчас мы поднимаемся на конечную точку, чтобы узнать, какой же приз все-таки мне достанется. Но самое интересное – это выставка интерьеров, которая расположилась на третьем этаже. Она эксклюзивная. Никто ранее не воплощал подобную идею. За моей спиной карта нашей экспозиции, где мы построили 14 квартир новостроек Одинцовского района. И у вас есть уникальная возможность в течение 2 месяцев приходить и смотреть, как на ваших глазах строятся квартиры, делается ремонт отделочными материалами наших арендаторов. Мы приглашаем вас поучиться, посмотреть у мастеров, как можно сделать красивый ремонт с идеями простыми и доступными для каждой семьи. Такого и вправду нигде не увидишь. Здесь можно посмотреть оригинальные идеи, увидеть различные варианты отделки квартир, понаблюдать за работой мастеров. И это можно будет сделать в течение 2 месяцев, до того, как объекты будут полностью готовы. Все отделочные материалы предоставлены арендаторами Можайского двора. Рабочие на глазах посетителей показывают, как можно технологически совмещать, например, дорогие материалы с бюджетными, чтобы дизайн помещения смотрелся стильно и дорого. Приходите в Центр семейного комфорта. Здесь вы найдете товары для строительства и ремонта, мебель для кухни и многое другое. Совершайте покупки с максимальным комфортом и вдохновляйтесь идеями Можайского двора. Нила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».